Народу, наверное, не хватает развлекалово. Но я против разрешения этих азартных игр. Потому что у нас нет этой культуры азартных игр. То есть я помню, играли в какие-то там, ну, карты, еще что-то в детстве, да, в юности. Там и на деньги играли какие-то, там 21, еще что-то. Но все мы знаем о таких болезнях, да, хотя говорят, ну, это их проблемы, типа, человек пускай. Да на самом деле, где большие деньги, там можно и разрешить. Значит, кто-то на этом заработает. На казино кто-то хочет заработать, на онлайн-казино тоже хочет заработать. Всегда мы прикрываемся какими-то такими хорошими воздушными словами, типа легализовать, там, турниры, спортивный покер. В конечном итоге, ну, в спортивный покер тоже приходит через что? Через деньги. Ну, значит, кто-то хочет заработать на этом. Поэтому от нас ничто не зависит. Давайте референдум проведем. Международный, надо или не надо. Я уверен, что половина наших российских баб будут против. Потому что что раньше были эти, что сейчас ходят букмекерские эти компании, потом эти, ну как их, вот игровые автоматы эти были, кто там, бандит этот однорукий, вот, просаживали всю свою зарплату, просаживали еще что-то. Сейчас еще интернет, давайте отнимем все деньги, пускай они будут бедные. Среди женщин надо провести референдум, точно. Сразу запретят. Ничего не разрешат, потому что они будут против.